Да, что предполагает работа, главное, что делать, как бы даже если там сделают дорогу, все коммуникации, что делать с домами, которые там наладили? На сегодняшний день объявлен тендер на капитальный ремонт Белоланского спуска. В рамках этих работ будут выполнены работы по реновации ливневых коллекторов, замене существующих сетей газа, вода, газопровода, водопроводов, благоустройство самого Белоланского спуска. Также параллельно ведутся переговоры с собственниками зданий, которые расположены на Белоланском спуске, о приведении этих зданий в надлежащее состояние. То есть из городского бюджета вот за эти деньги дома? Нет, это только будут частные инвестиции собственников. А есть какие-то уже ответы от владельцев этих зданий? Пока идет переговорная процедура, есть, как только будет информация, мы вам дополнительно идет контакт, есть понимание, то есть мы вырабатываем стратегию. Я так понимаю, что там частично будет и польский спуск, нет? Только Дюваллановский спуск только, и рассматривается вопрос после его ремонта, запуск движения одностороннего в том или ином направлении, это уже выдаст нам решение управления дорожного хозяйства. Да. Там управление транспорта, прошу обращения. Еще раз назовите, пожалуйста, в едином предложении общая сумма работ и вот хотя бы коротко, что там будет. Если можно, вот просто чтобы это все было в одном. Я же озвучил, то есть будут выполнены работы по реновации ливневой хозбытовых коллекторов. Также будут проведены работы по замене существующих сетей водопровода, газовых сетей или вынос и частичная замена кабелей «Облэнерго». А после этого будет проведена работа по восстановлению покрытия существующего. А стоимость всего? Я сейчас не отвечу. Вы скажите, что объявлен тендер, там же подрядчик будет предлагать. Ну, естественно, окончательная стоимость будет после проведения тендерной процедуры определена работы.